Санта, как довольны вы сегодня забегом? По-моему, третье место, но по-моему, личный рекорд, да? Да, личный рекорд, поэтому я довольна. 2.02, это как бы очень такой хороший уровень уже. То есть вы с вами более довольны, чем были на московских соревнованиях? Ну да, но на Москве я бежала, как бы вела, ну практически там. А здесь в борьбе, конечно, это лучше. И результат показала лучше. Ну, вы сделали успех на чемпионате России. Будете выступать на этой дистанции? Да, конечно. 800 метров? Да. И будем бороться за призы, а может даже за золото? Ну, будем стараться. Тогда удачи вам. Так держать. Спасибо. Спасибо большое.